Мы кошмарные радужные друзья! Успей поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд! А иначе мы найдем тебя и съедим! Время пошло! Раз! Два! Три! Четыре! Пять! А, кажется, кто-то не успел! Мы уже идем за вами! Ну и ребята, на канале Сирена Студио вышло два новых крутых мультика про человека за окном. Человек за окном против мамы и ребенка длинные ноги, человек за окном против Хагиваги. Не забудьте посмотреть, ссылочка в описании. Ребята, всем огромнейший приветик! Ну а с вами снова я, Слайк Маст, и конечно же Дарк. Ну и у нас сегодня, ребята, будет новый крутой обалденный эксперимент. Если вчера мы устраивали битву кошмарные радужные друзья против обычных Rainbow Friends'ов, радужных друзей, то сегодня, ребята, как и обещал, будет битва кошмарные, вот такие новые, страшные, ужасные радужные друзья против качков радужных друзей. И все это в игрушке под названием Гаррис Мод. Всем хаюшки, ребята! Да, ребят, вчера была битва кошмарные против обычных. Вот эти страшные, ужасные против оригинальных радужных друзей. Вот эти, кстати, ребятки. Вчера такая серия была. Синий, зеленый, оранжевый. Ну и да, ребятки, обычные друзья победили, проиграли. Ой, ребят, еще не буду говорить, еще не знаю. Сами посмотрите и узнаете. И вот сегодня, ребята, будут качки. Мы, кстати, ребятки, уже устраивали битву на канале качков против обычных. Оригинальных радужных друзей. Вот сегодня, ребятки, будут кошмарные против качков. Ну и да, ребята, пишите в комментариях, как вы считаете, кто же победит, какая, ребят, сегодня команда выиграет. Команда качков, команда накачанных радужных друзей, или же команда кошмарных. Вот таких страшных, ужасных Rainbow Friends'ов. Да, ребята, прямо сейчас же пишите в комментариях, как вы считаете, кто же победит. Ну а если вы, ребята, хотите больше роликов про радужных друзей, про качков радужных друзей, про кошмарных радужных друзей, про новых радужных друзей, то давайте, ребята, берем на этой серии 10 тысяч лайков. И мы, ребятки, еще обязательно много всего интересного запишем. Всякие эксперименты, битвы, противостояния, рубрики и так далее. Короче, друзья, еще будет много всякого интересного контента, много всяких крутых роликов про Rainbow Friends'ов, радужных друзей. Ну все, ребятки, я, в принципе, все, что хотел, сказал. Пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а мы, друзьяшки, начинаем наш сегодняшний эксперимент. Ну что, ребятки, первая битва. Сейчас, друзья, будет битва один на один. Один качок против одного кошмарного. Ну и, соответственно, оранжевый против оранжевого, синий против синего, зеленый против зеленого. Потом эти ребятки все соберутся, качки с кошмарными, и будут уже сражаться 3 на 3, все против всех. Ну и сейчас, друзьяшки, первая битва. Качок оранжевый, вот такой накачанный, ребят, оранжевый динозаврик с мощными мышцами. И кошмарный такой вот оранжевый динозаврик. Ну что, ребят, готовы? Разри, все, битва началась. Так. Смотрите, кошмарный схватил качка. Качок его, ребят, ударил, подкинул. Так. Что он делает? Ого, смотрите, пытается его сжечь походу. Какие-то мощные, ребят, атаки проводит кошмарный. Так. Еще, ребят, удар. Еще, смотрите, кошмарный его, ребят, схватил. Так. Интересно, реально, ребят, чем же вся эта битва закончится? Кто же в итоге победит? Это, друзья, только первая битва. Так, смотрите, ребята. Вроде, ребят, примерно на одинаковом уровне, да, сражаются? Да. Никто, ребят, не отступает, не убегает со страху. Оба они, ребят, кусают друг друга там или бьют. Короче, друзьяшки, как-то вот так вот. Так, ребят, смотрите, кстати. Ого, что? Ребят, бодибилдер наш этот качок проигрывает. Оранжевый, да. Походу, ребятки, проигрывает. Оранжевый кошмарный побеждает. Вот это да, конечно. Неужели, ребят, кошмарный сильнее, чем качки? Неужели, ребятки, все-таки так сегодня будет? Ну, сейчас посмотрим. В любом случае, ребята, что будет, то будет. Я, если честно, даже не знаю, кто, ребят, может победить. Смотрите, ребят, кошмарный снова хватает качка. Так, качок его, ребят, снова отбивает. Кошмарный снова, ребят, плюется огнем. И кто же в итоге, друзья, победит? Кошмарный, ребятки, в итоге побеждает. Правда, при этом у него практически, ребят, хп не осталось. Из 370 тысяч, 50 тысяч буквально, капец. Ладно, друзья, сейчас будет следующая битва, Сиди против Сидива. Ну что, ребятки, теперь битва Сидива против Сидива, кошмарный против качка. Раз, два, три. Все, ребята, битва начинается. Вот все, друзья, началось. Смотрите, ого, что? Ребят, обалдеть. Смотрите, что кошмарный делает. Сейчас еще возьмет и этого синего, ребят, качка огромного сожрет. Вот это да, конечно. Давай, кошмарный. Давай. Ребят, обалдеть. Вот это, конечно, реально у него мощные удары. Так, еще, ребят, ударчик. Походу, сейчас, ребятки, кошмарный проиграет. Да. Ребят, все, кошмарный проигрывает. Хотя, смотрите,
Ребят, схватил качка и прям практически полностью уничтожил, обалдеть. Так. Давай. Давай, и все. Друзья, получается 1-1. Качок, конечно, победил, но, так скажем, очень дорогой ценой. Слишком, ребят, много здоровья потерял. Ладненько, сейчас будет битва зеленого против зеленого. Ну и, ребятки, последняя битва перед финальной. Кошварды зеленый против качка зеленого. Давайте, ребята, еще три. Раз, два, три. Все, ребята, битва началась. Все, смотрите, дерутся. На самом деле, друзья, даже не знаю, кто победит. Пока что, друзья, 1-1. Оранжевый проиграл качок, кошварды победил. У синего наоборот, кошварды проиграл, а синий победил качок. Так, а у зеленых пока что даже, ребята, непонятно. То есть, друзья, видите, примерно у них получается ничья, да? Ну, по крайней мере, пока что. Непонятно, на самом деле, друзья, даже кто победит. Что кошварды, ребят, очень сильные, что качки очень даже тоже сильные. Они, ребят, видите, постоянно дерутся прям до последней капли ХП. И, друзья, качок зеленый победил. И при этом даже особо, ребят, урона, смотрите, не получил. Чего? А как так получилось? Ладно, друзья, да. Качки, получается, победили 2-1. Ну и, друзья, это сейчас были, так скажем, предварительные битвы. Чисто так, чтобы наших качков и кошмарных радужных друзей испытать. Ну и сейчас, ребятки, будет финальная битва. 3 кошмарных против 3 качков. Ну и, ребятки, наконец-то финальная битва. Кошмарные радужные друзья против качков. Прям реально, ребят, интересно, кто же победит. Мы, ребятки, только что устроили битву 1-1. Оранжевый против оранжевого, зеленый против зеленого, синий против синего. И теперь, ребята, пора устроить битву все против всех. Все качки против всех кошмарных. Ну что, друзья, как вы считаете, кто же победит? Какая сегодня, ребятки, команда выиграет? Пишите, друзья, в комментариях. У вас, ребятки, последний шанс. Потому что прямо сейчас же, через несколько секунд, начинается эта битва. Готовы, ребята? Быстрее пишите комменты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Раз, два, три! Все, друзья, битва началась! Так. Кто кого, ребят, в итоге? Кто кого уработает? Хоть, ребят, кошмарные по размерам и поменьше будут, но, в принципе, мне кажется, по силенкам они, ребят, очень даже равны. Хотя нет, смотрите, ребят! Качок оранжевый уже уработал! Ой, блин, ребят, оранжевого кошмарного, и уже, ребят, зеленого кошмарного уработали. Остался только лишь синий, ребят, кошмарный. Неужели, получается, ребят, настолько кошмарные слабые, да, по сравнению с качками? Хотя, смотрите, синий вроде еще дерется. Ребята на полную мощь сражается. Угу, он пока что единственный выжил. Все. А что, ребятки, по ХП его качкам? У зеленого, ребятки, фул ХП практически. У оранжевого тоже. И, а у синего, кстати, ребят, половина, да, половина. Получается, ребятки, качки просто невероятно сильные. Угу. Они прям в сухую работали наших кошмарных. Вот это да, конечно. Если честно, я, ребят, сегодня такого не ожидал. Когда мы начинали, ребят, эти все битвы сегодня, я думал то, что кошмарные, кстати, могут победить. Но нет, вот так вот, ребят, в итоге получилось. Ладно, друзья, давайте мы сейчас проведем реванш, еще одну битву. Только, ребятки, предлагаю увеличить кошмарных по размерам качков. А то они, ребят, слишком маленькие, качки, конечно, такие огромные, здоровые, смотрите, великаны какие-то, да, так еще и супер докачанные, супер сильные. Понятное дело то, что они, ребят, таким образом легко побеждают. Давайте, они, ребятки, сейчас будут все примерно плюс-минус одинакового размера. Ну что, ребятки, еще одна финальная битва, мы их, друзья, увеличили, наших кошмарных друзей. Да, ребят, они проиграли, хоть и счет был 2-1, но в итоге в финальном бою, в финальной битве кошмарные друзья проиграли. Хотя мне кажется, ребят, знаете, в чем прикол? Зеленый, ребят, чисто качок зеленый все затащил. Не оранжевый, он вообще, ребят, как бы проиграл. Не синий, тоже у него мало хп, ребят, было. А именно, друзья, зеленый затащил. Теперь же мы, ребятки, прокачали, увеличили наших кошмарных друзей. Давайте даже, ребят, покажу, насколько у нас это получилось сделать. Вот смотрите, ребят, какой был синий маленький, зеленый, вот смотрите, и оранжевый. Мы их, ребятки, так серьезно прокачали, увеличили. Поэтому сейчас, ребятки, будет еще одна финальная битва. Чисто такая, ребят, экспериментальная, фановая. Давайте, ребят, готовы. Раз, два, три. Все, друзьяшки, битва началась. Так. Чем же, друзья, эта битва закончится? Смогут ли кошмарные на этот раз победить? Прокачанные, ребят, кошмарные. Или снова проиграют? Но на самом деле, друзья, тут непонятно. Оранжевый, помните, проиграл, да. Качок оранжевый. Синий победил, но, так скажем, еле-еле кое-как. А вот зеленый, ребят, далеко как бы не кое-как победил. У него практически фул здоровья осталось. И как бы, ребятки, все на зеленом качке и держалось. Поэтому, возможно, в этот раз он тоже затащит. Хотя, возможно, ему, ребят, ХП в этот раз не хватит. И он, ребятки, проиграет. Хотя, смотрите, минус, ребят, уже кошмарный. Получается, друг. Ага. Минус, ребятки, кошмарный оранжевый. Так, остаются, ребят, их двое всего лишь. Синий и зеленый. Зеленый, ребят, более слабо сразу же переключается на синего.
Давай. Так. Ребят, мне кажется, или зеленый залагал. Дарк, его нужно вытащить. Вот так вот. Ребят, качки, кажется, смотрите, друзья, тоже залагали. Вытаскиваем их. Там оранжевый еще Дарк залагал. Выйдите его, пожалуйста, оттуда. Так, ребята, чем же все это закончится? Чем же, друзья, эта битва сейчас закончится? Смотрите, просто что? Ребят, вы это видели? Минус качок оранжевый, но при этом кошмарный Сиди, ребят, тоже отлетел. И остаются, ребятки, еще целых двое качков. Все, ребят, качки снова победили. Ребят, зеленому снова просто пофиг, вы понимаете? Сиди, ребят, тоже практически вообще не пострадал. Чего? Как так вообще, а? Походу, друзья, они просто толпой так долетают, забивают этих кошмарных, что, ребят, у кошмарных просто нет шанса на победу. Короче, ребята, просто какой-то капец. Ну и, ребятки, давайте мы сейчас проведем еще одну битву. Вы, ребятки, сами видели то, что один качок оранжевый проиграл кошмарному оранжевому. Качок Сиди еле-еле победил кошмарного Сидива. А вот, ребят, зеленый довольно-таки легко уработал кошмарного зеленого. Поэтому давайте мы сейчас, ребят, проверим, насколько он сильный. Сколько, ребятки, нужно кошмарных зеленых, чтобы победить одного качка зеленого. Вот давайте, ребятки, сейчас будет пятеро. И мы, ребят, посмотрим, что же будет. Сможет ли он, ребята, победить. Готовы, друзья, давайте. Раз, два, три. Налетели, ё-моё! Честно сказать, мне, ребятки, кажется, конечно же, качок зеленый проиграет. Ну а так, кто его, ребят, знает? Капец, они просто, друзья, что они делают? Обалдеть! Они ему, ребят, даже не дают ударить. Вы это понимаете? Давай, зеленый, бей! Бей, не жалей! Вот, красава! Давай! Они сейчас его, походу, ребят, в воду сбросят. Давайте его, ребят, вот сюда, вот. Перетянем. Капец, кстати, у ребят живучий, они его столько бьют, и даже еще половины хп его не снесли, обалдеть. Очень, ребят, конечно, качок зеленый реально живучий. Видимо, ребят, на нем все, в принципе, и держится. Именно он побеждает. Ты вообще слышишь, какие страшные звуки издают эти вот кошмарные зеленые, когда хватает его? Да, слышу, такие... Такие страшные какие-то звуки. Реально такие ужасные какие-то, даже их, честно, невозможно передать. Звуки Годзиллы на минималках. Да, какие-то рычания, ребят, знаете, такие злые рычания. Давай, качочек, давай. И, ребята, что же в итоге сейчас будет? Качка зеленого не забьют? Походу, да, ребят, походу сейчас забьют. Хотя подождите, вроде он еще пока держится. Давай, бей больше. Качок зеленый, давай больше бей. О, ребят, смотрите, их всего лишь четверо. Один залагал. О, убил одного, красава. Может, сейчас еще одного убьет? Давай, бей. Давай. Не, ребят, походу все, сейчас ему хана будет. Давайте ему, друзья, поможем, не помогли. Не, ребятки, 5 кошмарных зеленых, это слишком много, хотя смотрите, ребят. Он их, кстати, довольно-таки так серьезно покоцал, да. Ну, короче, ребят, где-то троих бы, я думаю, он победил бы, а пятерых, в общем, вряд ли. Хотя и не факт, что троих. Сейчас они выиграли только потому, что они просто натиском его, в общем-то, так сдерживали, что он даже не мог по нему ударить нормально. Но втроем бы они, возможно, так, ребят, уже не смогли. Ладно, друзья, предлагаю сейчас еще одну битву устроить, самую финальную. Сейчас, ребятки, все увидите. Вот сейчас реально, ребятки, будет очень интересная битва. Смотрите, ребят, получается 3 даже качка. Качок синий, качок зеленый, качок оранжевый. Против 9 кошмарных. 3 оранжевых, 3, получается, зеленых и 3 синих. Готовы, ребята? Вот сейчас, друзья, реально будет интересно. Давайте на счет 3. Раз, два, три. Все, друзья, битва началась. Так, смотрим. Кто же, ребят, в итоге одолеет кого? Кто, ребятки, в итоге победит? Сможет, ребятки, наш качок зеленый с помощью, конечно же, качка синего и качка оранжевого одолеть всю эту огромную толпу? Ну, вроде, смотрите, ребят, пока что-то получается, хотя, на самом По-моему, деле... По-моему, они не совсем грамотно действуют. Смотри, самая большая сила кошмарных, то есть 3 зеленых кошмарных, на самого слабого качка нападают, пока самый сильный качок, зеленый качок, 7 люлей развешивает. Зато они, ребятки, его уже убили. И зеленого, подожди, уже уработали, что? Обалдеть. Вот это да, ребятки, остается последний качок синий. Подожди, качка зеленого реально, что ли, убили? Не знаю. Ребят, по-моему, его убили, да? Куда да, он попал? Как успели убить? Я, если честно, даже не заметил. Я думаю, вы, ребят, заметили, 100%. Если его убили, то его, ребят, убили. Сейчас, кстати, давайте, ребят, до записи пересмотрим. Ну и в итоге кошмарные победили, причем они даже, ребят, никого не потеряли, обалдеть. У вас сейчас, ребятки, на экране тот момент, приближенный, конечно же, где сожрали синие качка зеленого. Ну и да, ребята, получается, кошмарные в этом бою победили, но, друзьяшки, кошмарные сегодня, друзья, в этом выпуске, конечно же, проиграли. Качки оказались сильнее. В общем, да, ребятки, вот такая у нас сегодня обалденная серия получилась. Получается, сегодня, ребятки, кошмарные вот такие радужные друзья сражались против качков радужных друзей.
оранжевого, зеленого и вот такого синего. Не забудьте, друзья, подписаться на канал, поставить лайк. Вот такой сегодня мы, ребятки, обалденный экспериментик провели. Ну а с вами, как обычно, был я, SlikeMust, и, конечно же, Dark. До встречи, друзьяшки, в новых роликах. Всем, ребят, желаем удачи, до новых встреч, пока-пока! Всего хорошего, ребята!